С 1 февраля все DNS во всем интернете обновились и перешли на eDNS. Всех пользователей это особо так не коснулось, они это не заметили, но если ваш сайт вдруг стал недоступен и не работает, значит ваш провайдер не сделал обновление DNS на eDNS. eDNS это более быстрая функция, то есть будет работать быстрее сайт, будет работать ваш быстрее отклик вашего сервера и все остальное. Но есть одна маленькая такая но. Если вы заметили, что сайт стал работать медленно, но он работает, значит обращайтесь к вашему провайдеру, потому что есть такая проблема. Сейчас все мировые провайдеры перешли на новый этот стандарт. Надеемся, что будет лучше в интернете, он будет быстрее и безопаснее. Наша фирма на своих серверах, мы это все сделали заблаговременно, обновили, все подготовили. Об этом, конечно, не было везде написано, не было много информации, но это была такая произведена работа. Есть определенные ресурсы, на которых вы можете проверить работоспособность вашего сайта, правильно сделано или это, или не сделано. Вы можете навести, проверить и все. Наша фирма организовала это без каких-либо посторонних помех для наших клиентов. Все функционирует и работает отлично. Спасибо.